А сегодня реку Вента выключили, поставили сверху стеклянное накрытие, чтобы туристам красивее небо отблескивалось. Видите? Насколько спокойная река. Я не помню, когда она такая была. Просто ровная. Слегка где-то ледик образуется. Все. Утро. Такое спокойное. Вау. Выключенная река снизу моста. Красота. Всем привет. Сегодня 12 марта. Воскресенье утро. В городе Вентспилс в Латвии минус 1 градус и солнышко. Видите, как у нас тихо, спокойно, снежно. Ну, в самом центре города. Ночью начался снег немножко, просто поэтому так более снежно. Но сегодня погода вот очень красивая. Солнце без ветра, все отлично. И мы хотим немножко прогуляться по городу и посмотреть, что и как. Да? Давайте. А, какая чудесная погода сегодня в городе. Это школа. Снег слегка сейчас подтаивает. Вот такой. Ну, все-таки весна старается приближаться. Пройдем немножко по городу, по дворам. Такая детская площадочка. Все в снегу, какие сугробы. Ой-ой-ой. Ну, красиво. Красиво. Это тут утепленные домишки. А там не утепленные. Ну, вот середина дня примерно. А? Вот у нас круглосуточный магазин тут в центре. Никогда не пользовались. А. Ночью не ходили в магазин. Центральный скверик тоже спокойно. А, да. Свежий, приятный воздух. Тихо, спокойно. Кто-то в комментарии писал, что хотя по букве в городе 34 тысячи жителей, но по букве, как бы, думаю, вроде, но два раза меньше. Ну, кто знает, может быть, люди где-то, они считаются, что живут, ну, когда реально они из-за границы, допустим. Ну, может быть. Может быть, поэтому там не так много людей на улицах, да? Давайте посмотрим часики. Часики вообще все в снегу, но работают исправно. О, сейчас сколько у нас? Час получается, да? О. Пройдем по центральной улице. Здесь. Да, много людей на машинах ездит, поэтому тоже так меньше. Туристов уже видел, да? Хотя еще зима, туристы уже приезжают с Литвы, с других частей Латвии. Все люди любят это место, этот город, берег моря. Красивый и свежий, всегда, всегда приятно быть здесь. Спокойствие такое, природа вокруг. Какие-то другие места, которые в Курземе, в этой части Латвии можно посмотреть. Вот такой навес сделали. Кажется, не было. Спорткомплекс. Он живет, кстати, стадионы вместе с большими. Там хоккейный холл, баскетбольный, тренажерный, внутренний стадион.
там все живет своей жизнью. И график как там, как приходят команды, люди тренируются и так далее. Но они там вон на набережной хотят еще один построить такой комплекс, где молодежи на скейтбордах и так. Там напротив эти магазинчики, которые сейчас там, там делал магазин, и там новый пицца-шоп ЛВ не было в городе, только появилось пару недель назад. Супер быстро и вкусно с доставкой. Да. Эти кучи снега, это не то, что ночью было, это с предыдущих времен, когда была сильная снежная метель, и все осталось. А то, что он такой белый, свежий, это такая корочка. Ночью была такая тоже небольшая снежная метель, но просто поверху, как таким сливками покрыло. Но это не то, что ночью намело. Там же кучи несколько дней так стояли. Просто сейчас они обелели. Красиво, да. Так, перекресток. Все на машинах, все на машинах. По улице мало кто так гуляет. Да. Вента. Наша медная коровка или какая она там, ну, стоит. Да. Когда мы были в городе Балве, там есть условно такой, ну, город из там 6-8 тысяч жителей. Там есть такой в городе условный центр, где все стекаются. Здесь Венспилс, мне кажется, тоже почему визуально на улицах меньше людей. Потому что но здесь нет одного такого места. Есть, конечно, центральная площадь, но там больше, когда городские праздники. Но есть очень много мест, типа набережная, старый город, какие-то гора, где все эти аттракционы, развлекаловки. Там с семьей, с детьми, городской парк, другой район, Парвента. Там свой такой центрик, и тоже не один, несколько таких. На большие районы таких, я бы сказал, богатых частных домов. Людям появилась возможность зарабатывать сейчас. Ну, у кого своя фирма, кто, где у кого свой бизнес, за границей кто работает, ну, по-всякому. Перемещаются люди на машинах. И, конечно, если они строят такие довольно дорогие дома, ну, люди там очень много времени проводят. Конечно, они вряд ли будут вот так здесь так просто ходить по улицам. Вот так. Посмотрите! Городской канал! И что мы здесь видим? А здесь мы видим много красивых уточек. Сидящих, да? Давайте, знаете что, подойдем с той стороны. С той стороны канала тоже утки сидят. О. И с этой стороны. Знаете что, давайте мы их чуть-чуть нечего им сидеть, попугаем. О! Уточки сколько. Видите, какой тут городской общежитие уточек. Ой-ой-ой-ой. О, этот канадский гусь. Видите? Во. Они летом живут на озере. Во. Большой. Во. Супер. Во. Ну ничего, сейчас они прогуляются. Потом опять сюда в лужу пойдет. А то мы их прогнали чуть-чуть. Но ничего, такое бывает в жизни, да? Пусть по льду немножко погуляют. Торговый центр.
и здесь, да? Ну, тоже одна из точек мест скопления людей, но а сколько там дизель, евро 58, вот так примерно стоит. Значит, научный центр тоже весь в снегу. Тоже, кстати, одно место из, ну, относительного скопления людей. Сейчас раньше не было. Люди наверх туда поднимаются, чтобы посмотреть на город. Кто на гору едет нашу для горнолыжную? Вот там кто-то поднимается наверх, кто-то по пляжу гуляет, ну и так далее. Поэтому так. Такой курортик. Во, как с этой стороны выглядит, как будто он там нырнул в снег, но нет. Там вход, там можно ходить по поверху. А и туда наверх подниматься. А здесь еще одна заправка. Circle K. Тоже популярна. А с этой стороны моста. Вот все с деревом связанное, да, порт. Вон сколько деревянных этих бревен, леса. Вот отсюда, наверное, и сюда как-то все эти транспортируются. Корабль заходит, мост поднимается. Ну вот так. Это. Я предлагаю, знаете, всегда мы шли через мост с той стороны. А я хочу сейчас пройти с этой стороны. Как тут вид будет. Красивые облачка нагнала. Река Вента. Ну, что у нас тут? А у нас тут пока пусто. Кораблик не пришел пока. Там вдалеке, видите, ветряные генераторы на горизонте. Тоже такие поля. Когда мы едем из Риги с семьей, они так стоят, они там моргают лампочка посередине, но сейчас не видно. Сейчас не видно, но ночью видно. И потом мы приезжаем с семьей с Риги, допустим. Как мы увидим моргание лампочек, так знаем, до дома 10 километров осталось. Подмигивают нам из серии «Добро пожаловать домой». Вот Стенолайн паром там видно стоит. О, какой лед образуется здесь, да? Где более стоячая вода, где вот ворота эти речные. Вот так сразу. Лед хочет затянуться. Не холодно, но все-таки. А куда ведет эта лестница? Ну, может, там есть дорожка засыпанная. Это предприятие раньше, наверное, было какое-то. Ну, оно и сейчас есть, с бетоном связано. С производством чего-то такого. Ну, вроде там все, окошки поставлены. Как-то, мне кажется, должно функционировать. О, ну и с этой стороны реки, о. Вот деревянный порт. В смысле, порт дерева. Загрузки дерева. Вот. Да, и там, конечно, еще один мост. Потому что если этот мост поднимается, и машинам, чтобы не стоять, резервный мост всегда там тоже есть. Ну и железнодорожный мост тоже там. О, грейдер едет с песком. Чистит. О, не чистит сейчас. Просто такие вот. Ну и раз мы здесь, почему бы не взглянуть на ЖД вокзал? А? Остановочка. Да. Муниципальная полиция, то полиция правопорядка. Ну, молодцы, ребята дежурят. Безопасно в городе, молодцы. Так, ну вот, смотрите, какой красивый вокзал. Такой архитектурный шедевр, да? Я не знаю, 100 лет ему точно, но... Сейчас пассажирные поезда не ездят, в принципе, столько товарные, потому что, ну, короче, автобусы справляются с этим. Сейчас по-другому, да. Во!
какая красота. Обычно мы там идем. Не знаю, как здесь. Пройду, не пройду. Все в снегу. Во! А железнодорожный вокзал. Красивый-красивый, да? О, такой старинный. Еще с этими окнами, знаете. Да, там, наверное, закрыто, да? Да, там закрыто. Находится в охране государства. О. А, ну да. Красивый. Знаете, попробуем там пройти. Там через домики. Ну вот, и там все железнодорожные пути, составы, грузовое, все это вот здесь вот там, бух, локомотивы. Мы оставим железнодорожный наш вокзальчик, вокзальчик позади, а сами пройдем в эту сторону. Ну, там, наверное, можно будет подняться. Здесь такой райончик условный, мне кажется, что-то назовем их железнодорожников. Такие... Райончик на отшибе, он как бы между двумя главными районами города, но такое там, знаете, вот железнодорожные составы. Все, ну вот, несколько жилых домов таких, да, между районами. Да. Ну, своя экзотика в этом есть. Что-то очень сельское такое, знаете, от работящих людей, так, знаете, от... На заводах раньше там работали. Что? Здесь посередине город такой. Спокойный райончик. Ну да. Вот такие брошенные здания. Там царских времен. Чуть ли не знаю. Да. Ну вот, и здесь уже это сталинский дом такой. Здесь уже трасса наверху. Поднимемся. Пойдем дальше на район Парвента. Ну вот, вот здесь мы были, да? Тогда порт остается там, а мы в район Парвента туда пошагаем. Ну вот так так тягает вагончики. О. И вот столько там составов, локомотивов, да, видите, с этой стороны. Ну да, люди работают, короче. С порта и в порт. Ну что-то много маршрутов, как фонари разъездились. Так, мы пойдем дальше. Райончик частных домов, один из. Тут такие более не столько новые дома, как с предыдущих времен. Есть районы, где, ну, совсем новые дома строят. Так, это в той стороне реки. Вот, иногда такие просто как бы прогулочки, как бы ничего особенного, но проветрить голову, так сказать, переключиться с мысли на мысли. И иногда, да, даже через компьютер это помогает. Посмотрел немного и как-то уже можно потом что-то другое делать, перезарядку маленькую. Вот. Собачка лает, молодец, сторожит. Детский садик «Радуга». Воскресенье, почта, все закрыто. Ну, похоже, немножко, как в Великобритании мы были, там тоже по воскресеньям все закрыто, кроме баров. Да. Но здесь даже больше открыто.
все-таки торговые центры и так. Ну вот, в этот солнечный, красивый зимний день, зимний, середина марта, да, мы дошли через наш, до нашего райончика, через весь город. Ну вот. Вот сейчас даже плюс 3 показывает. О, странно. Может, это что, солнце попадает. Ну вот. И вот на этой нашей чудесной коровке. О. И на этом нашем чудесном замерзшем фонтане мы тогда закончим нашу прогулочку. Всем спасибо, что прогулялись вместе. Спасибо. Пока. Красавец. Бедный, наверное.